плюсики, я вижу, что меня, значит, слышно и видно, да? Ага, хорошо. Тогда давайте будем начинать. Разрешите мне представиться. Меня зовут Денис Бирюков. И поставьте, пожалуйста, единички, кто в чате, вот в чате, поставьте единички, кто меня первый раз сегодня видит на нашем командном вебинаре. Территория роста на нашем проекте. Есть такие, кто первый раз? Вот сегодня поставьте, пожалуйста, единички. Анна, добрый вечер, рады приветствовать вас. Все, только Анна, да? Хорошо. Итак, дорогие друзья, я являюсь предпринимателем, мы являемся с Еленой Ракочей организаторами международного проекта «Территория роста», также в организации участвовал золотой директор нашей команды Анна Козловская. Поэтому сегодня на нашем командном вебинаре в пятницу мы будем говорить именно о сути бизнеса, о сути нашего проекта, в чем его суть и что нужно делать для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги в нашем проекте. Итак, первое, то, что мы предлагаем вам, это открыть онлайн-магазин. Я думаю, что ни для кого не секрет, что онлайн-бизнес сегодня очень сильно развивается, и поэтому это и не только выгодно, открытие такого магазина, да, тем более, что та компания, с которой мы сотрудничаем, предоставляет полностью все ресурсы для этого. Но и сегодня 21 век, это век информации, век быстрого реагирования, поэтому и люди, которые родились и живут в этом веке, не обходятся уже без интернета. Поэтому интернет-бизнес вошел в нашу жизнь быстро, такими супер-мега-мильными шагами, и я уверен, что на очень долгое время закрепился, и те люди, которые входят сейчас в бизнес онлайн, те люди, которые пытаются делать первые шаги, те люди, которые делают первые шаги в этом бизнесе, я просто уверен, что у всех тех, которые приходят к нам в бизнес, в нашу команду, в территорию роста, просто не может не получиться, потому что для этого есть полностью вся система, полностью все обучение, есть компания, есть продукт от тех людей, от наших лидеров, от партнеров. Не знаю, что только нужно, это, наверное, желание, терпение и действие, и успех не ставит себя долго ждать. Поэтому интернет-объем продаж, интернет-магазинов, он растет по миру, по всему, и не только у нас в Беларуси развиваются интернет-магазины и растут, и в России. Если смотреть глобально на рост продаж в интернет-магазинах, то каждый год увеличивается процент, и уже исчисляется не в миллионах долларов, не в миллиардах, а в триллионах долларов. Поэтому мы с вами вместе все в правильном направлении, в правильной компании. И я уверен, что каждый из тех, кто пришел в наш проект, достигнет того, зачем он пришел. Вот. Поэтому в Беларуси, если говорить немножко о цифрах, да, то в Беларуси интернетом пользуются более 9 миллионов. И треть людей уже делали покупки через интернет. И если вот у каждого из вас спросить, пользовались ли вы интернетом в плане в том, чтобы заказывали что-то через интернет для себя, в основном многие заказывают одежду, кто-то заказывает технику, кто-то знакомится через интернет, кто-то делает глобальные покупки, смотрит недвижимость, покупает автомобили, платят всевозможные расходы, поэтому интернет вошел в нашу жизнь очень-очень сегодня уже плотно. Вас не представляет дня без интернета, без того, чтобы пойти в интернет, посидеть, почитать что-то, новости посмотреть, да. Кто-то приходит в интернет просто там, скажем так, поиграть в ферму, там вырастить, высадить что-то там, да, вскопать. Есть такие люди, которые просто сидят в Одноклассниках, там листают, смотрят на то, как люди живут, да, на фотографии ставят плюсики, лайки. А многие люди в интернете зарабатывают очень хорошие деньги. И поэтому наш проект создан именно для того, направлен на то, чтобы в нашем проекте, в интернете, можно было зарабатывать и нужно зарабатывать хорошие деньги на сегодняшний день. Поэтому вся работа заключается именно в создании потока покупателей именно в онлайн-магазин. Почему? Потому что тот продукт, с которым мы работаем,
Продукт достаточно разрекламирован, продукт достаточно, скажем так, прост в употреблении. Это продукт не продовольственный, продукт повседневного спроса, то, без чего человек не представляет свой обыденный день. Поэтому единственная задача первоначально – это перенаправлять покупателей из традиционных, из розничных магазинов именно в ваш онлайн-магазин. И за это вам компания будет платить процент от товарооборота именно вашего онлайн-кабинета, вашего онлайн-магазина. Поэтому компания, с которой мы сотрудничаем, предоставляет нам именно, как я уже говорил, ресурсы. И это не просто ресурсы. Вот если сравнивать те ресурсы, которые предоставляет нам компания с франчайзингом, вот поставьте, пожалуйста, в чате плюсики те люди, кто знает, что такое франчайзинг. Вижу, море плюсов пошло в чате. Ага, есть все-таки люди, которые знают, что это такое, да? Ну, я тогда немножко вкратце объясню. Если сравнивать компанию, с которой мы сотрудничаем, с франчайзинговой, да, то франчайзинг – это вот яркий пример франчайзинга – это Макдональдс. Это компания, которая имеет имя, которое разрекламировано, имя, которое у всех людей ассоциируется с чем-то, да, у каждого по-своему. Но есть люди, которые хотят открыть свой бизнес и не знают, с чего им начать. Так вот, компании есть, которые предоставляют именно франшизу на очень известные бренды. И яркий пример вот Макдональдс, да, вот чтобы открыть Макдональдс, вот допустим, вот я вот не спросил вначале, из каких городов у нас, но я так уверен, что практически вся Беларусь присутствует на нашем вебинаре, поэтому вот если проводить параллель с франчайзингом с Макдональдсом, то, ну, Макдональдсы были изначально открыты, если говорить про территорию Республики Беларусь, в Минске только, и все люди туда вот приезжали со всей Белоруссии, потому что знали, что там очень вкусные там бигмаги или чизбургеры, да, это сейчас мы уже понимаем, что это вредно, с велнесом, когда пришел, да, в основном люди туда уже из компании, из нашей команды ходят туда именно попить там или кофе, там, или съесть там мороженое какое-то, но уже не кушают эти булочки, эти гамбургеры, эти чизбургеры там, да, вот. Так вот, имя очень сильно известное, и это тот бизнес, который, скажем так, вложение требует, но те люди, которые вкладывают деньги, они уже знают наперед, что все равно у них будет доход. Потому что Макдональдс — это настолько известное имя, что и люди во всем мире это знают имя, и все равно будут пользоваться тем продуктом, который предоставляет. Ну, допустим, если брать вот для девушек примеры, это Манго, это Зара, это Морган, это вещевые, скажем так, бренды, да, очень известные, которые многие девушки любят, которые многие девушки одеваются, Бершка, Страдивариус, то есть очень много фирм, которые предоставляют именно свое имя для людей, которые не знают, у которых есть деньги, но они не знают, как заработать, да, на каком бизнесе заработать. Так вот, франчайзинг – это более такой, скажем так, легкий способ для тех людей, у которых есть деньги. Вкладывается, в принципе, франшиза стоит в среднем от 100 тысяч евро и выше, поэтому, ну, вот представляете, сколько денег нужно сначала заработать или иметь, да, или взять кредит для того, чтобы открыть именно вот брендовое имя и работать под этим именем. Так вот, компания, с которой мы сотрудничаем, предоставляет, скажем так, бесплатную франшизу, потому что компания уже взяла на себя всю ответственность. Смотрите, для нас создано два глобальных международных сайта на разных языках. Да? За нас компания уже продумала полностью логистику, доставку. Да? И нам не нужно думать, как этот продукт забрать, как бы его доставить, где его хранить, нанимать склады какие-то там, нанимать людей, которые будут работать на этих складах. Да? То есть компания это все продумала. Бухгалтерия полностью вся продумана, и учет ведется каждого онлайн-кабинета. Поэтому, ребят, вот если смотреть глобально, да, вот на бизнес, именно в который вы пришли, то единственное, что просит компания, да, создавать поток покупателей. Создавать поток покупателей в ваш онлайн-магазин. И за это компания вам готова платить от 3 до 22%. И смотрите, компания берет на себя ответственность за продукт. И это очень важно. Очень важно. Разработка продукции ведется под именно
под присмотром более сотни лучших ученых. Более сотни лучших ученых в мире разрабатывают продукцию для нашей компании. Представляете, ни один, ни два, ни десять, ни пятьдесят, более ста ученых разрабатывают продукцию для нашей компании. И, конечно же, компания стимулирует нас, очень сильно стимулирует всевозможными акциями, подарками, поездками, бонусами, выплатами дополнительными. Поэтому мы не зря, мы неспроста связали свою жизнь, мы не просто так, вот знаете, по щелчку там нам захотелось в Oriflame, и мы сюда пришли. Нет, мы с Еленой очень долго изучали, Елена первая пришла в компанию. И поэтому этот бренд, это бренд, который уже не первый десяток лет на рынке, это бренд известный, очень сильно известный, это бренд, который работает более чем в 60 странах официально и легально, это бренд, который на рынке уже, смотрите, в следующем году будет 50 лет компании. И я уверен на 100%, что компания-новичок, ей нужно сначала заслужить и, скажем так, получить доверие покупателей, да, клиентов, но компания Oriflame уже все сделала для того, чтобы ей можно было доверять. Компания Oriflame сделала все для того, чтобы можно было в ней быть уверенной на 100%, да, это вот как за каменной стеной. Поэтому нам не нужно раскручивать нашу продукцию, нам ее не нужно. За нас компания даже, да, уже делает рекламу, договариваются на телевидении и проводят совместные проекты по wellness'у, приглашают звезд всевозможных, да, и не просто звезд, потому что звезд и в кинематографе, да, и в рекламе, и в шоу-бизнесе очень много, но те лица, которые компания Oriflame предоставляет на своих каталогах, да, такие как и Дэнни Мур, и Моника Беллуччи, и всевозможные певцы, и Алсу, и разные, и Томас Андерс. Поэтому, ребят, вы знаете, вот каждый раз, когда каждый год, даже не каждый раз, каждый год, вот с каждым годом моя уверенность, мое видение компании, вот то, что она делает для нас всех, оно просто растет, и уверенность, и не только уверенность, но и те все новинки, те все, наверное, всевозможные акции, все то, что компания придумывает, она делает именно для нас, для того, чтобы улучшить нашу жизнь, для того, чтобы улучшить наш бизнес, для того, чтобы улучшить именно все те мечты и желания, да, для того, чтобы мы по-новому начали мечтать, по-новому начали желать, чтобы у нас появлялись, не только у нас, но и у наших близких, у наших детей, чтобы мы могли все это воплотить. И поэтому в такой компании, которая на рынке, как я уже сказал, практически 50 лет, товарооборот, представляете, уже перевалил за 2 миллиарда евро. Поэтому в этой компании есть деньги, и вот на данный момент, если говорить о нашей стране, да, то очень много компаний закрывается, очень много компаний уходит с нашего рынка, очень много не выдерживают конкуренцию, очень много компаний обанкротиваются. Но компания Oriflame пришла на наш рынок в Беларуси один раз, и уже более 10 лет пришла назад официально и легально. И, как говорит президент компании Oriflame, если мы приходим на рынок какой-либо страны, и мы открываемся здесь официально легально, то мы приходим сюда навсегда. Понимаете? Вот это вот очень важно понимать, что мы защищены компанией, со стороны компании, на 100%. И компания от нас, ведь посмотрите, мы пришли сюда строить все бизнес. Мы бизнесмены, да, потому что каждый из вас, вот почему, вопрос задайте себе, почему я сегодня в 8 вечера на вебинаре? Ведь сегодня классная погода, плюс 26, пятница, многие люди сходили сегодня, родители с детками на выпускные, на последние звонки, да, там поздравляли, отмечали. Но вот смотрите, 30 человек сегодня на вебинаре. Поэтому я вас поздравляю, вы хотите от жизни чего-то большего. Вы не просто сидите в пятницу вечером там и слушаете там новости или смотрите телевизор, перещелкиваете какие-то каналы, там смотрите сериалы, да. Вы сегодня готовы обучаться, готовы узнавать что-то новое, готовы слушать для себя новую информацию. Да даже и если вы ее уже слышали, вы все равно готовы услышать что-то новое на сегодняшнем вебинаре. Поэтому, ребят, вы молодцы, и я просто уверен, что у вас получится все то, что вы запланировали. Да, потому что каталог заканчивается номер 7 уже завтра, но еще у нас есть 2 дня,
2 дня для того, чтобы сделать какой-то хороший результат, закрыть какой-то новый уровень, да, получить дополнительный бонус к той зарплате, которую выплачивает компания Reflame. Потому что очень важно работать, когда вам платится официальный доход, легальный доход. Не какой-то там в конверте, не какие-то там виртуальные деньги, которые обещают очень многие бизнесы в интернете. Там сделай это, потом там нужно какой-нибудь кошелек открыть, и мы вам перечислим на виртуальный кошелек. А для того, чтобы снять, вам нужно ехать будет там в Россию или куда-нибудь еще, там какие-нибудь там Киви, там Шмиви, там еще что-нибудь, понимаете? А у нас компания, которая платит каждые 3 недели официально легальный доход на карточку. Открывается предпринимательство, платятся налоги по упрощенной системе, платится фонд социальной защиты, идет стаж. Поэтому мы спим спокойно, потому что у нас все перечисления идут открыто, чисто, на расчетный счет. Понимаете, вот это вот очень важно. Очень важно, потому что многие люди вот сейчас вот в ситуации, такая сейчас не очень хорошая экономическая ситуация в нашей стране, и многие люди уезжают, а в основном мужчины. Да, вот был вопрос там в чате, читал, клиентик моя задавали, как пригласить мужчину в бизнес. Да просто посадите его перед компьютером, и пускай он послушает вебинар. Включите им обучение в записи любой на ютубе. Потому что многие мужчины, вот, да, менталитет мужчин, они хотят деньги сразу. Вот у нас у мужчин, вот мы, понимаете, привыкли мыслить, там фуру купил арбузов, привез в Белоруссию, там продал ее в 2 раза дороже, заработал там этих там 50 или 100%, наварил на ней, заработал один раз, да. Но мы не думаем о дороге, мы не думаем о растаможке, мы не думаем, что может случиться с нами по дороге, что эта фура может сломаться, что эти арбузы могут попортиться, да. Понимаете, вот это вот, важно понимать, какой вы компании, и то, что вы делаете сегодня, вы не просто делаете это на один день вперед, на один шаг вперед, а на несколько шагов, на несколько лет, десятков лет вперед. Вот это вот важно понимать. И если мы сегодня будем сидеть на диване, сегодня мы посмотрели, ай, ну там вебинар идет, ну я его сегодня пропущу, потому что, может быть, я это уже слышала когда-то, да? И мы сегодня будем сидеть на диване, завтра будем сидеть, у нас ничего не изменится. Понимаете? И в бизнесе за 2 дня ничего не изменится. Но если делать в бизнесе ежедневные действия, правильные действия, да, посещать обучение, да, смотреть вебинары, приглашать людей, там, делать рассылки в интернете, проводить встречи в кафе там, или в офисе, личные встречи, да, проводить макияжи, проводить спа-уходы, серии по новейдж, то есть, тогда у вас будет доход, тогда у вас будет поток, тогда у вас будет результат. Сидя на диване, ничего не изменится. Ничего не изменится. И вот компания Reflame неспроста, понимаете, не просто так вот, опять же, как говорю, просто стала по щелчку, там, по щучьему велению, выбором года. Вы представляете, сколько у нас на рынке конкурентов, косметических компаний, которые продают такой же продукт, которые, ну, не такой же продукт, но аналог, да, в принципе, там, но люди все равно выбирают нас. Это не лидеры выбрали, это не лидеры выбор года сделали такой международный фестиваль, конкурс организовали и сами выбрали себя. Нет, это простые потребители, это клиенты выбирают нас как лучший, как бренд года. Понимаете? И мы этим гордимся, что это не просто один раз нас выбрали, а на протяжении уже не 5 даже, а 7 лет подряд компания Reflame занимает первое место. Это международная компания, это европейская компания, но на рынке, на территории Республики Беларусь мы являемся брендом номер 1. На территории России брендом номер 1, на территории Украины брендом номер 1. Поэтому, ребят, вот знаете, вот у каждого человека есть свое мнение, у каждого человека. Я уверен, что ваше мнение изменилось о компании Reflame, когда вы сюда пришли осознанно, когда вы начали с ней строить бизнес. Потому что изначально у многих людей складывается неправильное мнение, что здесь нужно взять каталог и, бегая с каталогом, там, продавать там что-то, бегать там. Да нет такого. От этого уже все ушли. С каталогом вы не заработаете большие деньги. С каталогом вы заработаете, да, там, ну, может быть, на бутерброд хороший с красной икрой, там, заработаете один раз, да? Один раз. Но для того, чтобы зарабатывать постоянно, нужно мыслить по-другому и делать другие действия. Вот Лена пишет, да, что да, первый раз так и было. Вы знаете, что мою Лену приглашали в Reflame 4 раза. 4 раза Лену приглашали в Reflame. И я уверен, что на вебинаре есть люди, которых приглашали не один, не два, не 3 раза в Reflame. Понимаете?
Елена первый раз говорила, это не для меня, я не люблю продавать, я не буду никогда продавать. Второй раз тоже говорила, я не буду. Третий раз. И только на четвертый раз Лена поняла смысл и суть бизнеса. Что здесь нужно делать? Я не буду долго останавливаться на продукции Wellness, потому что шикарный вебинар провела Юлия Гусаковская, да? Она рассказала и о детских витаминах, и о детской омеге, и о тех профессорах, которые сотрудничают, которые разрабатывали Wellness, и Торлинберг, и Стикстен, и сотрудники Российской академии медицинских наук, да, правильного питания. Поэтому, ребят, я вам просто рекомендую, попробуйте. Если вот вы еще не уверены в том, да или нет, пробовать или не пробовать. Очень классный слайд в соцсетях скинула бриллиантовый директор Алла Юрьевич. Да? Она написала, купила сегодня в аптеке, что там, пачку ромашки. Ромашка, вот представьте, простая ромашка, заплатила 45 тысяч. За ромашку 45 тысяч. А кто-то говорит, что Wellness это дорого. Понимаете, вот я всегда говорю, что вот продукцию Wellness вы сравните, когда вы начинаете болеть, сколько вы денег тратите для того, чтобы восстановиться, для того, чтобы хоть немножко сбить симптомы болезни, для того, чтобы немножко почувствовать себя лучше. Сколько денег вы готовы потратить для того, чтобы выздороветь. И люди идут в аптеку и не задумывают, что им там пишет врач, вот видите, у Натальи дети не заболели вообще в саду. Моей дочке 7 лет будет, вот 8, да. Я, честно говоря, не помню, когда мы ходили в поликлинику. Не знаю, мы там были один раз и все. Вот видите, а процентов 70 группы болеет. Поэтому это не шутки, это просто реально тот продукт, который работает. Тот продукт, который дает результат. Знаете, многие думают, что с Wellness только можно похудеть. Да это неправда. С Wellness это здоровье, которое вы поддерживаете изнутри. Вот косметика дает здоровье снаружи, да, то есть ваш внешний вид, как вы выглядите, макияж, да, подтянутые морщинки, да, бешеные деньги на таблетки, да. И вы понимаете, что фармацевтический бизнес, он завязан именно на то, чтобы люди тратили деньги именно на таблетки. Понимаете, потому что все эти доктора, там, все в аптеках, да, вам стараются продать дорогой продукт, потому что на дешевом продукте они не зарабатывают. Понимаете, на дешевых таблетках. Как они говорят, что дешевых таблеток, там нечего пить, там ничего нет там для здоровья. Так вот, Wellness, каждая таблетка была создана профессорами. Каждая таблетка была создана по стандарту GMP. Понимаете, это самый высокий стандарт качества. Если для вас это ничего не значит, то просто придите в аптеку и проверьте, спросите, есть ли у нас продукция со стандартом GMP у нас в Республике Беларусь. Покажите мне хоть одну таблетку, покажите мне хоть один препарат. Кроме Wellness вообще ничего нет. Вот, поэтому почитайте, изучите, посмотрите на ваших каналах. Если у вас нет каналов, зайдите на канал к вашим директорам, поспросите информацию о Wellness, потому что реально это шикарный продукт. И у нас в нашей большой команде очень-очень большое количество результатов. Очень. Начиная от маленьких деток, заканчивая бабушками, дедушками. И в любом возрасте этот продукт работает, если его правильно, в любом возрасте. Вот. Ну и, конечно же, те премии, которые получил Wellness, это как лучшая компания, производитель категории витамины и БАД. Это не просто премия, это премия признана диетологами, нутрициологами, ведущим врачом, главврачом российским. Да? Это программа, ведущий которой Антон Привольнов, контрольная закупка. Изучали они, брали на анализы, смотрели, и наш Wellness стал лучшим, получил самую высокую оценку. Поэтому мы уже с вами будем переходить именно о преимуществах нашего проекта. И я всегда говорю, вы сравниваете немножко, вот, когда вам предлагают бизнес, вот, многие все равно пришли в этот бизнес уже через собеседование. Многие люди, я смотрю даже вот на вебинаре, есть новые люди, есть люди, которые пришли в этот бизнес уже через интернет, онлайн. И мыслят уже понемножку по-другому, потому что раньше нужно было куда-то ехать, проводить встречу или в офис, тратить на это время.
И мы были ограничены во времени, мы были ограничены в расстоянии, потому что многие не смогли, не было машин, передвижение даже было ограничено, на автобусах, на поездах нужно было ездить для того, чтобы проводить первые встречи. Сейчас онлайн можно за день провести, я знаю, что у нас люди есть и присутствуют, Олеся вот Казунова, это старший менеджер в открытом звании директора, это человек, который поменял свое мышление очень быстро. И сейчас развивается в ногу со временем, проводит по 9, по 10, по 12 собеседований за день. И поэтому у человека такой результат. Понимаете? Важно, важно идти в ногу со временем. Поэтому проекта нашего преимущества, в чем они заключаются? А бизнес, его можно взять везде с собой. Главное, чтобы была точка доступа Wi-Fi. Ваш ноутбук с собой, ваш планшет, ваш смартфон, в котором есть интернет, в котором есть программы установленные. Вы можете развивать свой бизнес в любой точке мира. В любой точке мы же можете отслеживать свой доход, отслеживать свой развитие через бизнес-кабинет, заходите смотреть, как развивается, какой товарооборот прошел у вас по команде, по вашему онлайн-магазину, сколько людей разместили заказ, на какое количество бонусных баллов, какие акции. Вы можете почитать что-то новинки о продуктах, вы можете почитать о новых акциях. Все это у вас может быть в вашем кабинете. Понимаете? Вам не нужно ехать там за 300, за 400, за 1000 километров для того, чтобы провести встречу. У кого-то есть скайп, есть телефон. Все, созвонились, провели встречу, взяли данные и пошли. И так вот строится бизнес, понимаете? А доход официальный, я уже говорил про доход, не буду долго останавливаться. Начальника здесь нет. Есть самое важное, что здесь есть, это наставники. Да? Есть те люди, которые вас пригласили, те люди, которые заинтересованы в вас, те люди, которые хотят, чтобы вы стали успешнее, чтобы вы стали лучше, чтобы вы начали развиваться. Поэтому, ребят, я еще раз скажу, что вы в правильном месте, вы развиваете этот бизнес, и вы развиваете его не один. Вот кто из вас пришел, и у кого еще нет команды, нету вот единомышленников? Я уверен просто, вы сюда пришли, и вам ваш наставник, тот человек, который вас пригласил, дает вам полностью 100% поддержку. С самого первого дня, с самого первого часа, как только вы зарегистрировали и активировали свой онлайн-магазин. В традиционном бизнесе такого нету. В традиционном бизнесе для того, чтобы начать зарабатывать, вам изначально нужно вложить ни одну, ни две, ни три тысячи долларов. И неизвестно, когда вы начнете зарабатывать. Но почему-то люди, когда им говорят, что это Oriflame, они говорят, ой, Oriflame, ой, не говорите мне ничего об Oriflame. Oriflame, я не люблю Oriflame. Понимаете? Я говорю, ребят, Oriflame не нужно любить, это бизнес. Здесь нужно зарабатывать деньги. Это компания, которая дает возможность официально легально зарабатывать деньги. Ее не нужно любить. Это не мужчина и не женщина. Это бизнес, готовый под ключ. И здесь есть у вас наставники. Здесь вас не могут сократить. Здесь вас не могут уволить. То, что происходит на сегодняшний день на государственной работе. Человек работал. Все, контракт закончился. До свидания. На следующий день вы остаетесь без работы, без куска хлеба, без всего. Понимаете? Вот так вот у нас происходит. В бизнесе Oriflame только за ваши личные действия, сколько вы сделали, столько вы и заработали. Вот это вот очень важно. И важно понимать, что здесь с минимальным вкладом, самый важный вклад, что вы вкладываете свое развитие личностное. Когда вы развиваетесь личностно, вы начинаете зарабатывать. Как только вы тормозите, вот есть такое, знаете, у нас... У всех, наверное, это не лень даже, да, вот мы думаем, вот мы придем в компанию, вот в Oriflame, вот, и сразу заработаем там, сразу будем зарабатывать там 1000, 2000, 3000 долларов, и так будет всегда. Да не так, ребят. Никто вам не обещает сразу с первого дня здесь там каких-то там машин, квартир, путешествий, да нет. Это реальный бизнес, это бизнес, да, в котором можно заработать путешествия, которое компания оплачивает в подарок. В этом бизнесе можно заработать хорошую машину, квартиру, построить квартиру. В этом бизнесе можно путешествовать с семьей. Но для этого нужно работать. Это не лохотрон, это не какая-то пирамида, да, которая обещает нам золотые горы, там еще там бриллиантовые какие-то там горы. Но и человек остается у разбитого корыта. В нашем бизнесе более 200 долларовых миллионеров. Более 200 долларов миллионеров. Мы входим в то количество людей, которые заработали в бизнесе компании Oriflame уже более 150 тысяч долларов. Понимаете? Задайте себе вопрос. В каком окружении развиваетесь вы?
Сколько в вашем окружении людей, которые зарабатывают хотя бы 1000-2000 долларов ежемесячно? Сколько таких людей вокруг вас? С кем вы общаетесь каждый день? Кого вы слушаете каждый день? Сколько посетил я обучений? Вот такие вопросы себе задавайте, понимаете? И тогда вы начнете личностно расти и развиваться. Вы начнете тянуться к людям, которые успешны в жизни, успешны в бизнесе. Понимаете? Ездить надо на мероприятия, и в компании Oriflame есть мероприятия, на которых даже одна фраза, одно слово от лидера или от менеджера, или от директора, которые выступают на больших сценах, на 1000, на 2, на 3000 человек, на 4500 человек. И на таких вот мероприятиях что-то кто-то приехал, не верил в бизнес, услышал одну фразу, увидел людей таких же, мы не какие-то там, у нас не три руки, не пять ног, там, не пять ушей, у нас тоже, как и у всех, две ноги, две руки, мы такие же, как и все, и мы все в равных условиях. На сегодняшний день каждый из нас в равных условиях. Просто кто-то делает, а кто-то вот наблюдает. Вот много таких, которые, знаете, вот сидят и смотрят, получится у него или не получится. А потом год проходит, они говорят, ну блин, это же у тебя получилось, надо было раньше начинать, тогда, когда ты начинал. Понимаете? Поэтому в бизнесе есть все, и в нашем проекте есть и признание, и награждение, и мероприятие, и обучение, и система сопровождения. Да? Мы занимаемся и благотворительностью. Бизнес, который вы строите свой онлайн, вы приглашаете только тех людей, с которыми вам комфортно общаться, с которыми вам приятно быть вместе, с которыми вам, скажем так, приятно не просто общаться, да, но и строить команду. Понимаете? И здесь вот самое важное, что здесь есть, то, что многие люди хотят этого, хотят хорошего будущего для своих детей, хотят уже, чтобы дети жили лучше намного, чем живем мы сейчас, да, как мы, как родители. Но здесь, понимаете, здесь есть очень классная фишка. Здесь есть то, что мы можем оставить после себя своим детям. Это наш бизнес. И вот важно понимать, сколько мы вкладываем сегодня нашего времени в наш бизнес для того, чтобы наши дети могли жить лучше, чем мы. Путешествовать, не как многие там начинают путешествовать в 40-45 лет, в 50 лет, а может быть вообще никуда не выезжали. Да? Потому что каждый ребенок, в каком бы он возрасте ни был, он всегда хочет чего-то нового, хочет что-то, какую-то игрушку, хочет какое-то путешествие, он смотрит на своих сверстников, он хочет велосипед, он хочет самокат, он хочет хорошие конструкторы Лего, которые стоят не 30 тысяч, не 40, и не 50, и не 100. Понимаете? Он хочет нормальные фрукты, он хочет нормальную одежду, он хочет хороший телефон, он хочет хороший планшет. Но многие родители не могут этого дать. И вот наш проект дает возможность для того, чтобы вы могли заработать на все это здесь и передать свой бизнес по наследству вашим детям. Но для этого нужно очень много делать, очень много действий, очень много времени вкладывать в это, понимаете? И вот самое важное, то, что у вас здесь появляется, это настоящая свобода. То время, которое можете полноценно тратить на семью, на своих хобби, на отдых, на путешествия, на общение с друзьями, на общение с лидерами, на общение с вашей командой, на общение с детьми. Вы можете вместе путешествовать, можете ездить на шашлыки. Да? Но для этого нужно что-то сделать. Понимаете? Не жить от зарплаты до зарплаты, как многие сейчас живут. Да? До конца месяца очень многих не хватает денег. Происходит такое, что люди или одалживают, да, или просто начинают на всем экономить. Поэтому просто пересмотрите, просто немножко пересмотрите и сделайте, знаете, так вот, акцент немножко на другое. Я всегда вот говорю на вебинарах, сядьте и просто час распишите. Или доллары менять. Ну, это хороший выход, если они есть, да, то если есть что менять. Сядьте просто и распишите свою жизнь, вот просто посмотрите, что у вас за год изменилось, в какую сторону.
Что у вас изменилось за 5 лет? Вот 5 лет прошло. Насколько глобально изменилось у вас уровень жизни? Насколько изменилась ваша обстановка в квартире? То, как, на чем вы ездите? То, как вы путешествуете? И потом посмотрите на 5 лет вперед. На год, на 2, на 3, на 5. Что у вас может измениться за 5 лет? За год, за 2, за 3? Если вы ничего не будете менять. Понимаете? Так вот, суть любого бизнеса, создание товарооборота. И чем больше товарооборот в бизнесе, тем прибыльнее ваш бизнес. И есть очень, скажем так, несколько способов. Ну вот мы с вами сегодня разберем более подробно два из нескольких, да, из многих способов зарабатывания, да, создания товарооборота. И первый – это личные рекомендации. Личный товарооборот, который создается в компании, да, это способ, ну, я бы сказал, очень распространенный, и это способ быстрого зарабатывания денег для тех, кто любит показывать каталоги, кто любит рекомендовать, вот кто, вот напишите, вот кто любит рекомендовать продукцию, вот кому нравится, вот, знаете, вот есть такие люди, которые могут продать вообще все. Любой бизнес – это продажа. Услуга, товар. Или мы продаем, да, услугу, товар или продукт. Товар, продукт. Вот кто любит продавать? Никто, да? Вот, видите? Вот, Анастасия любит. Молодец, Анастасия. Ну, я не буду рассказывать, почему у нас отбили желание к продажам. Крайняя мера, да? У нас в постсоветских странах отбили это желание к продажам, и если есть на вебинаре те люди, которые любят путешествия и путешествуют, то видите, да, то традиция и культура продажи в Турции, в Египте, в странах, в европейских странах, она, ну, классика продажи, она очень сильно развита там, и продавцы в магазинах приятно просто заходить и делать покупки в таких магазинах, потому что вас встречают, вас обхаживают, вам предлагают все очень классно, да. Поэтому вот именно личные рекомендации, когда вы становитесь в бизнесе профессионалом, ну, должен быть личный товарооборот для того, чтобы вы здесь зарабатывали. То, как вы его организовываете, есть обучение для того, как организовать личный товарооборот. 150 бонус-баллов. Для этого есть обучение, для того, чтобы просто посчитать, посмотреть, чего у вас не хватает в ванной, позвонить, там, если вы не живете с родителями, позвонить, узнать у родителей, чего не хватает, да, позвонить своим близким родственникам. И легко очень организовываться, да, только wellness, покупая wellness для себя, для своей семьи, вы экономите, первое, на таблетках, второе, вы не болеете, третье, вы пьете натуральный, классный, качественный продукт, вы создаете товарооборот, свой личный. И еще вы можете пользоваться 50% скидкой на любой продукт, если вы покупаете коктейли пэк, это уже больше 100 баллов. Поэтому вот личный товарооборот создается очень легко. Но минусы здесь, вот смотрите, в личных рекомендациях, в том, что если вот вы не показали каталог никому, то вы и не заработали. Если вы показали 5 каталогов, у вас сделали заказ, вы заработали что-то. Как только вы перестали рекомендации давать личные, да, ходить с каталогом, то все, вы ничего не зарабатываете. Поэтому этот способ такой быстрый, он легкий, но это не главным способом этим, вы не заработаете много, это не главный способ. А вот создание товарооборота в официальном, да, на официальной страничке, благодаря новым партнерам, как я уже говорил, создавая поток покупателей в ваш онлайн-магазин путем приглашения. Да, и вот как он создается, как создается этот поток, и какими методами можно создавать этот поток людей в ваш онлайн-магазин, вот все понимают, да, в чем смысл бизнеса. Потому что многие после вебинаров потом задают очень интересные вопросы. Вот напишите, вот кто понял, в чем смысл бизнеса, в чем суть. Лена поняла. Молодец. У меня такое чувство, что одна Лена меня слушает очень внимательно, да? А остальные, наверное... А, есть все-таки, да, есть слушатели, которые слева, понятно. Хорошо.
Молодцы. Поэтому первое, то, что нужно делать, да, для того, чтобы зарабатывать хорошие, большие деньги, именно большие, чтобы постоянный был поток денег, не одноразовая зарплата, а именно поток, который вы создаете путем приглашения потенциальных партнеров. Как ведется работа? Оформляются заявки онлайн. Что это такое? Это информационные рассылки, которые ведутся или в интернете, или по телефону вы приглашаете, или в скайп-встречах вы проводите. Да? Это работа в социальных сетях, которая сейчас уже, ну, ни для кого не секрет, скажем так, и любой человек может для себя выбрать более подходящий ему способ работы в социальных сетях. Кто-то начинает строить бизнес ВКонтакте и развивается очень быстро и очень сильно. Кто-то принимает для себя социальную сеть Одноклассники и ведет в ней работу полностью. Кто-то совмещает и ВКонтакте, и в Одноклассники. Кто-то ведет в Фейсбуке, кто-то ведет в Инстаграм. Кто-то ведет на досках объявления и путем резюме, а кто-то ведет по-старому, путем приглашения в офис, проводит эксперт-сессии по NovAge, мастер-классы, спа-уходу, wellness-группы есть, да, именно направленные на здоровый образ жизни. Поэтому на сегодняшний день, это, знаете, вот раньше был единственный метод, это приглашали на чайные встречи. И, кстати, очень хорошо работал. Очень хорошо люди приходили именно на бизнес. Именно на бизнес приходило немного, небольшое количество людей, но люди конкретно приходили и строили, начинали делать бизнес. Понимаете? Раньше не было никаких акций, никаких бонусов, ничего не было. Был много чая на кухне или в зале, пили, общались и показывали именно маркетинг-план, план успеха, ту возможность зарабатывания больших денег. И показывали сразу уровень директора. Понимаете? Потому что да, классно, менеджер там 9, 12, 15, 16, но более-менее хорошие деньги относительно средней зарплаты сегодня у нас в Белоруссии, вот старший менеджер за 3 недели зарабатывает в среднем где-то около 9 миллионов, 7, 8, 9 миллионов, в зависимости от того, сколько у него партнеров в команде, на каких они уровнях. Вот для кого это хорошие деньги? Вот поставьте плюсики. За 3 недели зарабатывать 8-9 миллионов. Есть, да? Есть люди, для кого это хорошие деньги. Вы поймите просто, девчонки, ребят, что на продажах, показывая каталог, вы таких денег не заработаете. Понимаете? Таких денег вы не заработаете. Поэтому, как строится работа и как это работает, да, как работает бизнес, что нужно делать. Я всегда провожу пример, вот многие слышали его, станьте просто, вот мы живем все в квартирах практически, ну, малый процент людей живет в частных домах, да. Многие люди живут в многоэтажных многоквартирных домах. Станьте просто участковым консультантом по косметике в своем подъезде, в своем доме, в своем районе. Ага, хорошо, спасибо, Наталья. Вот, понимаете, все живут практически в квартирах многоэтажных, ну, мало таких одноподъездных домов, поэтому 180 квартир и в среднем семья тратит на средства личной гигиены около 250 в среднем, 300 тысяч в месяц. Но это по минимуму взяли. Поэтому товарооборот вашего онлайн-офиса проходит за 3 недели 54 миллиона белорусских рублей. И компания вам, как организатору, выплачивает в среднем около 4,5-5 миллионов белорусских рублей. Вот просто станьте участковым. Вот есть же милиционер участковый, есть врач участковый там, да? Станьте просто консультантом, участковым консультантом по красоте. Приходите, предлагайте каталог. Говорит, здравствуйте, я участковый консультант. Теперь каждые 3 недели я вам буду приходить с новым каталогом и рассказывать вам о тенденциях, о трендах в компании Oriflame. Вот, спасибо, возьмите, пожалуйста, каталог. Все, будем знакомы, я ваша соседка там с 8, с 9, там, с 10 этажа, Мария Ивановна, очень приятно, все. Спасибо, до свидания. Вот, потому что многие живя, они боятся, блин, своих этих соседей. Да не бойтесь никого, никто не вас не укусит. Если не умеете создавать личный оборот, придите на школу, возьмите, включите вебинар,
как создавать личный товарооборот. Там все расскажут, понимаете? Вот. Еще дальше мы идем. Если вы хотите зарабатывать уже более-менее хорошие деньги, то, как я уже говорил, вот смотрите, преимущество директорской команды, звание, у вас не просто доход. Вам компания выплачивает единовременную премию $1000. Вам компания дает право участия в программе «Мой автомобиль» с уровня директора. Вас компания приглашает на шикарнейший банкет директоров. И вот я поздравляю тех из лидеров, кто квалифицировался в этом году на банкет директоров. Потому что, ну, честно сказать, как нам сказали на очередном собрании топ-15, аналогов такого банкета, который будет 3 июля у нас в Республике Беларусь, 3 июля в Минске, аналогов такого банкета не было. Понимаете? Поэтому компания, как я уже говорил, делает мероприятия на самом высоком уровне. На самом высоком уровне. И мы гордимся, что в нашем бизнесе, в нашем проекте не только мы зарабатываем хорошие деньги, этот бизнес легко повторяем, он дублицируем. Понимаете, и в нашем онлайн-проекте, в нашей команде уже более 30 директоров, более 200 менеджеров, это те люди, которые зарабатывают за деньги. И я уверен, что у каждого из вас, если вы будете делать простые действия, но постоянно, ну и просто не может не получиться. И вот это вот результат командной работы, результат Ольга Мельникова, новый директор, которая, Оля, квалифицировалась на банкет директоров уже в этом году и поедет уже 3 числа. И мы ее будем поздравлять, и компания будет вручать, и чек, и огромный букет цветов, и будут поздравления, и будут фейерверки, и будут там серебряный какой-то дождь будет сыпаться с потолка, будут стрелять. Поэтому вот так вот чествуют новые звания в компании Oriflame. Вот так вот признают достижения. Да? И вот мы гордимся тем количеством директоров, которые поверили, которые пошли за нами, да, в нашем проекте. Это семейные пары, Марина и Дмитрий Городников, это директора, это пилотная группа онлайн-проекта, Марина с Дмитрием, они сейчас растут колоссальными шагами, это пчелки, вот такие труженицы, которые работают постоянно, постоянно, постоянно в бизнесе, постоянно онлайн, постоянно поддерживают свою команду, постоянно делают промоушен команде, постоянно дают профессиональное обучение, профессиональное сопровождение. Это Елена Левша, Дмитрий Левша, это тоже директора онлайн-проекта, это семейные пары. Ребят, посмотрите, да? А ведь мужчины, знаете, как мужчины приходят на какой-то результат в основном всегда. Они сначала против, они сначала всеми возможными усилиями против и говорят, там, куда ты там встряла, в какую компанию. А потом, когда они видят, что зарплата мужчины и зарплата его жены практически на одинаковом уровне, только мужика никогда нету дома, да, он уходит с утра и приходит ночью, а жена, благодаря онлайн, сидит дома, воспитывает детей, развивает бизнес, приготовлена кушать, квартира убрана, да, и есть постоянный доход. Вот это вот очень важно, да, на что мы тратим свое время, сколько мы тратим своей энергии, здоровья. И потом, как это нам возвращается, да? Анна Козловская закрыла в прошлом году 2 новых звания, получила 2 премии, старший директор $1500, 2000, золотой директор, квалифицировалась на поездку, компания подарила в подарок поездку в Валенсию на золотую конференцию. Екатерина Дробицкая, тоже директор, уже у Анны Козловской в команде. Понимаете? И это лучшая подруга Ани. Вот кого приглашать в бизнес? Вот всегда встает вопрос, да? Вот когда вам говорят, вот кто новички, да? Говорят, вот список знакомых. Вы не думайте, что это вот просто слова. Список знакомых, он работает. И список знакомых – это ваш фундамент в вашем онлайн-проекте, в вашем бизнесе. Потому что это люди, которых вы знаете, это те люди, которых проще пригласить, это те люди, которые вам доверяют. И это те люди, которым вы хотите лучшего качества жизни. Поэтому приглашайте своих близких, приглашайте как можно больше в бизнес, как можно чаще. И просто сядьте и напишите всех своих, еще раз перепишите список знакомых, да, и еще раз пригласите их в наш онлайн-бизнес. Людмила Тернопович, вот посмотрите, разного возраста есть и женщины, да, и ребята, и девушки. Алла Болдырева, Юлия Хомицкая, Наталья Бирюкова, это моя родная сестра, Светлана Парфенович.
Это все директора, это все вот наши. Ольга Хомицкая, это уже золотые директора, Наталья Мозговая, Тамара Семеновна Рудова, это мама Марины Городниковой, завуч школы в прошлом, понимаете? И у Тамары Семеновны уже есть директора. Понимаете, вот человек, который не боится ничего, человек, который не боится меняться, человек, который не боится изучать какие-то новые технологии. Я просто понимаю, в таком возрасте уже сложно меняться, сложно что-то мыслить по-другому начать, да, потому что у тебя уже устоявшиеся какие-то нравы, устои, ты уже прожил жизнь, да, такую уже достаточное количество лет, и все равно Тамара Семеновна молодец, я горжусь ей, она развивается, она растет, она смотрит на все, да, не просто со стороны, а смотрит, берет и делает. И внедряет это в свою работу, новые технологии. И поэтому у Тамары Семеновны тоже сейчас есть люди, которые пришли в бизнес онлайн и развиваются тоже уже в бизнесе Тамары Семеновны. Зинаида Сафонова. Это все вот наши директора нашего онлайн-проекта «Территория роста». Посмотрите, вот это вот прошлый год. Прошлый год. И кто-то говорит, что в Oriflame уже все, уже в Oriflame не надо никого приглашать. Тут уже все полностью, уже все подписаны там, да, уже все в Oriflame. Да, ребят, не верьте. Не верьте никому. Только в этом году будет поздравляться новые директора на банкете директоров, поедут на золотую конференцию, поедут на бриллиантовую конференцию. Поэтому бизнес растет, бизнес развивается. Самое важное, не прислушиваться к чужому мнению. Потому что чужое мнение, оно вообще ничего не стоит. Это самое низкооплачиваемое, что есть у нас в жизни. Сейчас вернусь, пролистал слайд. Оксана Жирнова, мама в декретном отпуске. Вероника Личонок, мама в декретном отпуске. Оля Цуприкова, наш директор новый. Ольга Небарака. Это все, вот посмотрите, какие красивые, счастливые, все с чеками. Да? Вот кто захотел такой чек в $1000? Кому хочется, вот скажите, кто захотел, вот кто хочет стать директором и получить чек не по курсу, который сейчас вот 13500, а по курсу Нацбанка, да? Красотки, да? Вот смотрите, есть, да? И вот смотрите, простые действия. Вот посмотрите вот на вот эти все фотографии, которые я пролистал. Ведь в них нет ничего особенного. Разные профессии, разные возраста, разные лица, да? Разные по телосложению. Нет одинаковых. Но они все делали простые, но постоянные действия. И получили такой результат. Постоянные действия. Вот я уже говорил про Олю Мельникову и про то, как мы награждаем. Да, это вот подарок, золотая подвеска с камушком, такой вот логотип Oriflame. Мы вручаем всем нашим новым директорам. Это такой вот наш командный подарок от всей команды, от всем директорам. И, конечно же, наша вот на сегодняшний день это максимальная премия $6000, но мы не останавливаемся, мы идем вперед, развиваемся, растем. Поэтому лестница успеха была создана компанией Oriflame и переделана уже благодаря топ-лидерам компании Oriflame Тамиле и Владимиру Полежаю уже 3 раза. И не то, что ее переделали, ее усовершенствовали, потому что 3 раза люди проходили полностью эту лестницу успеха. Закрывали самое максимальное звание, да, $1 000 000 премию получали. Есть такие люди, которые и из России, ниоткуда там из Америки, из Китая, из Индонезии, там, или там из Египта, из Турции, нет. У нас в России есть такие люди, которые получили премию $1 000 000, понимаете, по карьерной лестнице, получили вот эти вот все автомобили. Есть такие люди. Самое важное, чтобы вы поняли для себя, где вы хотите быть на карьерной лестнице, на каком уровне, какой уровень вам важен. Сколько вы хотите зарабатывать, да? И вот это вот, это наша гордость, Лена, то, что нас компания чествовала именно на сцене Нобелевских лауреатов в Нобель-холле, в Ратуше, в Стокгольме, за наши, просто за те действия, которые мы делали. Мы не сделали там ничего сверхъестественного, ребят. Мы просто проводили встречи, приглашали новых людей, развивали партнеров, обучение, тренинги. Понимаете, посещали мероприятия. Вот за простые вот эти вот действия, чтобы попасть в Нобелевский зал, нужно быть уникальным человеком. Нужно сделать что-то уникальное в жизни. Компания Oriflame проводит там банкеты, награждает на сцене Нобелевских лауреатов своих лидеров. Вот это вот важно. Мы о таком даже не мечтали. Но даже такие мечты воплощаются в компании Oriflame. Ну, конечно, лайнер, я вот когда вот открываю эти фотографии, у меня как будто вот
отбрасывает назад, да, вот эти вот все эмоции, эти вот чувства, это неделя жизни в роскоши, в таком вот шикарной каюте, мы гуляли, мы там практически не спали на лайнере, потому что это было три страны, 8 разных городов, это всевозможные шоу и обучение, и награждение, и рестораны, и бутики, и бары, и дискотеки, и бассейны, и джакузи, и воздушные, и ледовые шоу. Понимаете, вот это вот компания Oriflame, вот так вот нас мотивирует. Вот такие подарки дарит компания Oriflame. Сингапур, это январь 2015 года. Мы жили на 43-м этаже в таком шикарном отеле, это Мария Бэй Санс, это один из самых дорогих отелей в мире, где ночь проживания стоит более чем $1000, и люди туда приезжают для того, чтобы сфотографироваться на вот этом вот 57-м этаже в бассейне, который длиной 146 метров. Люди-то приезжают, платят за одну ночь. Мы там жили неделю, ребят. Мы жили неделю в этом отеле. Представляете? Бесплатно. Нам компания все оплачивала. И отдых оплачивала, и всевозможные развлечения, и экскурсии. Поэтому вот просто захотите. Важно захотеть. Захотеть, вот у вас такое вот желание было, чтобы вам вот не сиделось на месте, чтобы вас оно подталкивало, вот вы спите, а вам не спится, вам хочется еще что-то сделать, да, для того, чтобы вот получить, для того, чтобы поехать куда-то, для того, чтобы заработать хорошие деньги. И вот это вот я уже говорил, конференция в Валенсии, на которой мы уже были не одни, мы были уже командой, с нами была Анна Козловская, наш золотой директор, один из организаторов проекта «Территория роста». Там поздравляли на сцену Анну, это было шикарное поздравление, было вот такая вот приветственная вечеринка. Посмотрите, казалось бы, да, может кто-то не верит, говорит, там, а это все сказки. Вот посмотрите, сколько людей из разных стран на приветственной вечеринке. Там нас было, ну я не помню сколько там, 1000 с чем-то человек, представляете? Более 1000 человек было, квалифицировались, там паэлью готовили такую здоровую вообще, но вот это вот уже гала-ужин под открытым небом, и вот именно конференция в Валенсии была признана европейской ассоциацией, которая проводит именно, вот, которая ведет учет мероприятий компании, которые проводят глобально по всей Европе, ассоциация выбрала компанию Oriflame как лучшую компанию за проведение вот таких вот выездных мероприятий для лидеров компании, понимаете? Мы практически вот в этом году, вот честно, вот год 2015, он был каким-то таким знаменательным, да? Очень много премий собрали, очень много наград получила компания Oriflame, но мы на этом не останавливались, мы просто, это все уже прошел год, 2016 год это новый год, и уже 2016 год январь нас компания отправляет на отдых в Абу-Даби. Вот в этом вот президентском отеле у нас был гала-ужин, понимаете, гала-ужин, шикарнейший гала-ужин. Отель шейхов был построен именно для шейхов, но потом он именно отдал вот под туристический отель, да, это была, должна была быть резиденция из шейха. Вот. И в этом отеле у нас был гала-ужин. В этом отеле стоят банкоматы даже, которые выдают слитки из золота. Нам вообще роскошная страна, очень богатая страна. В этом отеле мы пили кофе с золотой стружкой, посмотрите, это 4-каратное золото. Кофе украшено этим золотом, пирожные декорированы этим золотом. Понимаете, вот что делает компания Oriflame, да, с нашими мозгами? А их просто переворачивают, когда выводят лидеров, вывозят на какую-то вот страну такую экзотическую. Потом приезжаешь, ты вообще вот по-другому начинаешь смотреть на все. Тебе хочется еще путешествовать. И, конечно же, был ужин с руководством компании. Это традиция уже, топ-15 проводится, ужин с руководством компании. Ну и вот о чем мне хотелось бы сказать, что у каждого из вас есть шанс, у каждого из вас есть возможность квалифицироваться на юбилейную конференцию на лайнере. Если вот кто-то очень сильно хочет попасть на эту конференцию, уточните именно условия квалификации, что вам нужно делать, сколько людей вам нужно приглашать, какие вам нужно действия делать для того, чтобы туда квалифицироваться. Поэтому вы видели ролик, я уже запускал перед началом вебинара, это будет шикарнейшее мероприятие, будет шикарный лайнер, это будет не один лайнер, это будет два лайнера по 3000 человек, это будет начало путешествия из Италии, из Рима, поэтому отметить можно 50-летие компании, да, не на берегу озера там или там где-то дома, 50 лет компании, да, в какой-то команде друзей, да, вместе где-то, а можно командой поехать на лайнере отметить 50-летие, получить чек $2000, да,
квалифицироваться на эту конференцию, посмотреть страны, полететь на самолете, отдохнуть, получить эмоции. Вот это вот классно, вот это вот важно, понимаете? И вот на этом слайде очень классно написано: не променяйте океан на лужи, не променяйте свои мечты на чужие. Ведь поймите, что мы не будем вечно жить. Просто возьмите вот когда-нибудь, сидите дома, возьмите, у кого есть метр, сантиметр, вот, рулетка, растяните ее до 70 лет там. Средний возраст у нас по Беларуси это 70 лет. Растяните ее, а потом заверните ту часть жизни, которую вы уже прожили, ее не вернешь. И посмотрите, сколько вам лет осталось жить. Ребят, просто не разменивайте свою жизнь на мелочи. Не тратьте время впустую. Потому что каждый из нас достоин лучшего. И вот на этом слайде было видно, что Oriflame развивается, Oriflame растет. И не только в званиях, но и в выплатах, но и в бонусах. Да? Постоянно закрываются новые бриллиантовые директора, новые исполнительные, открываются новые президенты в компании Oriflame. И бонусы, выплаты растут ежегодно. Мы сейчас, как компания, стали намного привлекательнее для инвесторов, потому что первый квартал 2016 года компания Oriflame показала 7% роста в плюсе, рынки развиваются за счет того, что растет трехзрачными процентами Китай, за счет того, что растет Индонезия, растет Турция, растет Нигерия, растут азиатские страны, Индонезия, поэтому инвесторы готовы вкладывать деньги в компанию Oriflame, готовы тратить свои деньги, инвестировать, да, для того, чтобы наша компания, наше предложение было еще привлекательной на рынке, для того, чтобы улучшить маркетинг-план и для того, чтобы мы воплощали свои мечты с компанией Oriflame. Поэтому, ребят, те, кто утверждает, что это невозможно, не должны отвлекать тех, кто это делает. Поймите, что на вашем пути, особенно в начале, будет очень много людей, которые вам будут говорить, что это невозможно, это нереально, это не для тебя, не надо тебе туда лезть. Вот кому такое говорят? Есть, да, такие? Поэтому, ребят, я вам просто хочу сказать, что не слушайте никого. Не слушайте никого. Делайте, делайте, делайте. Приклейтесь к вашему спонсору, приклейтесь к вашему наставнику и задавайте вопросы ему. Слушайте то, что он вам говорит, то, что он вам рекомендует делать. Потому что наставники – это те люди, которые заинтересованы в вашем успехе, в вашем росте, в вашем развитии. Это те люди, которые готовы 24 часа быть с вами на связи, общаться, развиваться, да, приглашать вас на мероприятия, давать вам какие-то новые обучения, новые фишки, новые наборы какие-то, да, то есть новые фишки для того, чтобы вы могли, новые шаблоны приглашения, да, которые вот когда-то работали, сейчас уже не работают, что-то новое. Поэтому приклейтесь к успешным людям, приклейтесь. И вот пример тому звезды мирового бизнеса, как они говорят о сетевом маркетинге. Дональд Трамп, Уоррен Баффет – это очень известные люди, Билл Гейтс – это один из богатейших людей в мире. Паул Зенг Пилзер, Роберт Киосаки. Это люди, которые говорят, что будущее только за сетевым маркетингом. Потому что на сегодняшний день развиваются только сети. Только сети. Один на рынке, ты не игрок. Только сетевые компании, которые открываются не один магазин, не одно предприятие, не один холдинг, открываются и зарабатывают хорошие деньги. Поэтому неудачник – это не тот, кто не имел шанса, а тот, кто шанс получил и не смог им воспользоваться. Я в вас верю, в каждого из вас, что у вас у всех обязательно получится. Только самое главное, вы верите в себя или нет. Делайте действия каждый день. Каждый день, но не просто действия, а правильные действия, которые вас приведут к шикарному результату. В вашем бизнесе, в вашей семье. Для того, чтобы вы могли путешествовать с семьей, для того, чтобы вы могли жить отдельно от родителей, а не жить с родителями там, до 70, до 80 лет вместе. Чтобы вы могли путешествовать не просто на озеро, а на море, на шикарный отдых, подарить себе и своей семье. Поэтому я в вас верю, мы в вас верим. Команда организаторов, Денис Бирюков, Анна Козловская, наша пилотная группа, Дмитрий и Марина, Лена Левша,
А это те люди, которые запускали этот проект, это те люди, которые были пилотиками, да, это те люди, которые на себе все это испытали, пропустили через себя все ошибки, все неправильные действия. Ребят, сегодня у вас есть система, система обучения, система сопровождения. Я всегда говорю, единственное, что от вас нужно, это просто заступиться до получения результата. И самое главное, не останавливаться. Самое главное не останавливаться. Останавливаться даже нельзя на уровне бриллианта. Потому что это как поезд. Вот вы сошли с поезда, а поезд... Будет бриллиантовый директор у вас с пассивами. С вами был сегодня Денис Бирюков. Я вас всех очень люблю, вами горжусь и уверен, что у каждого из вас ну просто не может получиться. Вы в лучшее время, в лучшей команде, в лучшей компании. Вам хорошей пятницы и до новых встреч на обучении. Спасибо вам большое всем. И завтра у нас, как обычно, уже по традиции обучение и в 10 утра успешный старт, и в 11 утра методы работы. Поэтому, ребят, просыпайтесь, завтракайте в субботу, закрывайте каталог сегодня, завтра. Поэтому мы в вас верим. И завтрашнее обучение я вам просто рекомендую. Посмотрите, для ваших дальнейших успешных действий, успеха по жизни, успеха в бизнесе. Спасибо вам большое и до новых встреч.